Здравствуйте, Мещерякова Анастасия. Добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Меня зовут Анастасия Мещерякова. В прошлом году я участвовала в конкурсе «Мисс Тут-городок», и мне безумно понравилось. Этот конкурс, он оставил мне целую кучу ярких воспоминаний, и, наверное, именно поэтому я сейчас здесь. Тем более в моем учебном заведении мне сказали, что я самая настоящая рыжая, а еще я самая красивая, по версии моей мамы. Ура! Нас пошутили! Давайте поаплодируем! Заниматься спортом. Вот знаете, у меня нет определенного вида спорта. Я просто люблю, вот, когда встаешь утром с кровати, и у тебя мышцы болят от вчерашней тренировки. А еще в свободное время мне нравится готовить. Правда, кушать мне нравится еще больше, но вообще я еще творческая личность. Именно поэтому я связала свою жизнь с творчеством и поступила в мастер-класс на профессию дизайнера. А еще мне нравятся ночные города, где улицы, проспекты без людей, где светит одинокая звезда на фоне одиноких фонарей. Мне нравится ночная тишина, она звучит дыханием ветров, и даже одинокие дома не смеют произнести ни слова. Костя Крамер. А это вам мама весь текст писала тоже, да? Нет, я сама выучила. Сама выучила. Выучила. А давайте от себя что-нибудь. Давайте от себя. Раскройте, скажите мне, вообще никогда не хотели быть другого цвета волос? Не хочу краситься, мне очень нравится мой цвет рыжих волос. Это правильно, да, прекрасно, хорошо. Какие ваши достоинства, по-вашему? Я, если честно, вот всем понемножку занималась, поэтому могу попробовать для вас петь, танцевать, что-нибудь еще делать, если вы попросите, но я не пробую. Ну, достоинства конкретно, вот что тебе нравится в самой себе? Рисовать. Я поэтому всегда служу с этим. Рисовать? Да. Неплохо получается рисовать? Ну, да. Тремя словами можешь себя охарактеризовать? Тремя словами? Яркая, позитивная и добрая. Прекрасно, прекрасно. Что, у нас есть еще вопросы? Давайте попробуйте спеть, мне любопытно, припев любимой песни. Веселую или грустную? Веселую, давайте, потому что такая рыжая. Самый лучший день, заходи на вечер, ночью в день, пробуй до утра, ночью в день. Все, спасибо, браво, ваши аплодисменты, Анастасия. Полманова Камила.